Приехали в Лотос Плаза, тут цветочки оформляют, там сердце. Сейчас там вот видишь, мама, сакура, пойдем покажем. Вот с мамой приехали побродить по Лотос Плазе. У нас вот так вот украшены стенки, вот. В общем, украшено красиво. Там люди фотографируются. Так что всех с 8. Различные лавочки открыты. Люди идут. Наверное, чай продается. Какой-то там лаванский мед. В общем, чего только нету. Вот, к празднику тут. Целый ряд открыт. Давай мы так пройдемся. Красиво, да? Вдоль. Цветы вон как. Можно покупать. Красиво. Девчонки, вас всех с 8 марта. Классно. Зашли в детский мир. Такие слепоны прикольные. Я сама себе такие хочу. А тут еще с этой... На мультик мы ходили с Владиком, Эльза и... Я забыла, как девушку зовут. Тоже всякие... Посмотрим, София, ботиночки. А, все дети любят вот эти Hello Kitty. Но она еще не понимает, что такое Hello Kitty. Нужно постарше. Какие тапочки. Ну, это уже на постарше детей идет. Обувь, это слепоны. У меня, кстати, в это... Я себе в Анталии типа таких же покупала. Вот они все в этих слепонах ходят. У меня такие же там. Тут уже все постарше на детишек. Такой выбор. А вон там еще малыши. А, вон. Вот что сейчас надо на погоду. Угу. Гулять. Вот да. Такие. Сколько они? 1500. Гулять, мне кажется, хорошо. Тут всякие босоножки. В общем, выбор большой. Мам, смотри, какие нежные. Какой размер? Тройка. Они большие. Вот эти такие смешные. Всякого всячина. Угу. Ортопедические. Надо с ней ехать. Угу. Можно вот, конечно, босоножечки купить. Написано. Обувь, которую рекомендуют ортопеды. Ага, она классно. Тут что-нибудь снять. Хоть какой-нибудь влог. Все дни дома сидела. Прикольный. Вот так вот выглядит. Скороход. Питер это, да, нарисован? Да. Санкт-Петербург. Угу. Нам еще такие понравились. Да? Ну вот София выздоровит. И приедем, посмотрим. В честь праздника красят женщин, так уж я сниму быстро. Всяко различно красят, детишек красят. В общем, движуха какая-то. В честь праздника, ну, уже все раскупили, все цветочки. Ну, ничего, зато фон такой красивый. Так снять на память. Очень красиво. Девчонки мои дорогие, поздравляю вас с 8 марта. Мы вот съездили с мамой в магазин. Дали нам отдохнуть немножко. Просто как бы прошлись там. Кофе попили в Макдональдсе, поболтали. В общем, отдохнули. Я вас поздравляю с 8 марта. Всех женщин, всех бабушек, всех мамочек, всех будущих мамочек. Желаю вам любви, чтобы у вас были все мечты, чтобы этот год был хороший, чтобы вас мужья любили, поддерживали. Ну, так что от всей души я вас поздравляю. София только что уснула. Я надеюсь, я ее поснимаю. Что смотрите фотографии в Инстаграме, если интересно. Я тут нафоткала сегодня. Вот, так что всех поздравляю. Пока мы были в городе, папа, дедушка, ну, София, дедушка, наш папа и мамин муж, короче, вот пока мы были в городе, они успели купить по розочке. Мы пока гуляли по Лотос Плазе, там предлагали
подарок. Лилия. Не лилия, а, господи, как они называются? Тюльпанчики. Вот. И пока мы были, в общем, они купили нам по розочке и тортик. Я сейчас вам, кстати, покажу. Вот, пока мы были вот по розочке, моя с белым, а маме бантиком, а маме с красненьким. Сейчас там можно... Ой. Вот маме с красненьким. Это нам подарили в лотосплазе один. Вот это вчера маме на работе подарили. Это тоже вчера на работе. Ну, это как бы мама сказала, это ей подарили на работе, а это мне. И сейчас покажу тортик. Просто еще хотела сказать, когда вот смотришь на цветы, прямо ощущается, что праздник, что весна, что идет лето, какое-то даже вот настроение другое. И вы напишите, как у вас прошло 8 марта, как у вас настроение, что вам подарили. Вот. Мне будет очень интересно, пишите в инфобоксе, ну, в комментариях вернее. Вот, я буду ждать. Хотела снять видео, что подарить девушке на 8 марта. Ну, наверное, я сниму к следующему году, подумаю, весь год буду думать, смотреть на женщин. В общем, в этом году я не сняла такое видео, хотя я очень хотела снять, и мне, в общем, не получилось. София заболела, я вот как бы, ну, в таком состоянии расстроенном была, поэтому не сняла. Ладно, сейчас покажу тортик. Тортика, наверное, не видно, видите, там 8 марта, когда мы откроем. Просто родители пошли в магазин. В общем, он такой красивый. Купили в этом, как его? Что-то я сегодня все забываю. Купили, в общем, тортик Бейкери. Из-за фотоспышки это не видно теперь. В общем, я открою, когда мы будем чай пить, и покажу вам. Без фотоспышки, наверное, лучше будет. Фотоспышка вообще отвратительна. Видно, что 8 марта и все. 8. Взяли в мой еще баночек. Вот такую индеечку. Прибавляется у нас. Взяла я попробовать персик. Такую взяли. Спагетти с цыпленком. Может, ей понравится. В основном гербер, потому что гербер ей очень нравится. И агуша. Так, взяли... Нежные овощи с кроликом. Вообще классно. Еще надо будет потом взять на пробу только яблоко. Мы уже об яблоко брали, ей понравилось. И взяли телятина по-деревенски. Она ей тоже очень понравилась. Но я ее где-нибудь дам там, через дней 5. Вот. И тут у нас баночки лежат. Тряпочка. Баночки здесь лежат, на кухне все. Взяли чика попробовать, не знаю. В принципе, я думаю, что нормально. Сейчас даже на ощупь хочу понять, какая она. Достаточно влажная, но очень слишком тонкая. Все-таки памперсы, они потолще. Но очень влажная, но тоненькая. Мне главное, чтобы было толстое и почему-то влажное. Не знаю почему. 72 штуки. Но взяли на пробу. Хотя тоники, с одной стороны, хорошо. С алоэ вера. В общем, не знаю, я попробую. Как кто пользовался такими, так напишите мне. Там еще надо дорогу взять. Таких. Две. И антибактериальных еще надо купить. Антибактериальных, то есть. Тоже детские есть. Классные. Ну, посмотрим, короче. Жду родителей и будем пить чай, пока София спит. Привет, красотка! Вот она какая на 8 марта. Красивая. Игрушки. Кстати, еще игрушки нашли. Хочу показать, но она так хорошо играет. Просто хотела со стороны показать. Мы выздоравливаем. София тоже поздравляет вас с 8 марта. Мы сидим у брата в комнате. Да. Она в игрушки такие играет. Нашли прикол вот такого. У меня брат любил их смотреть. На! Это все с детства. Кубики. Так, такой пятачок. Она сидит. Кена нашли. Где? Кен.
Покажем? На, держи, Кэна. Мальчик. Это не знаю, что такое. Полы у нас чистые, мы каждый день моем. Так, коровушка. Прикол вообще. Сидит. Сейчас, София, подожди. На. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Муа. Что у нас тут еще? Просто в пакете держим, чтобы она в этой комнате этими игрушками играла. Она на одеяле, она у нас там другими играет. Это у нас есть... Надо строить, в общем, городок. Это оттуда. Это от яйца. Это гитара Кэна, кстати. Надеюсь, что она не прогрызет. Такая вот штучка. Кит. Старенькая. Старенькая, правда. Купаться, кстати, ее можно взять. Вот. Такая сова. Еще у нас есть коробки игрушек, пакеты. Но все не достаем, чтобы потом уже, когда прилетим, она эти игрушки забудет. Там надо покупать. Да. Вон у нее еще змея. София, кто это? Змея? Змея. Вот этот ежика она грызет. Сейчас там кубик. Кубик, Рубик. Ну, все. Ну, такой кубик. Она любит кубики такие. Сах три получается. Ну, еще есть кубики. Все не достаем, что все стиранное. Вот она так сидит, иногда играет. Ходунки не наши, отдаем их. Манеж отдаем перед отъездом, коляску отдаем. Дали одежду, но мы ей так и не воспользовались, потому что ей в Турции столько одежды надарили, поэтому все не переносили. Даже в Турции что подарили, все не переносили, да, София? Еще в Турции много одежды осталось. Вот, все будем отдавать. Стульчик. Вот. Мама предлагает уже, когда мы прилетим, купить обычный стульчик и столик. Маленький такой, чтобы она сидела за ним, могла рисовать, там, не знаю. Не такой, не высокий. Хотя высокий тоже нужен, чтобы она кушала. Ну, посмотрим. Может и такой, и такой. И там надо купить стульчик. В общем, поздно мы покупаем эти стульчики. Ну, ладно. Она все грызет. Красивая сегодня такая. Там не обращайте, там шнур от интернета. Все никак не приделаем. Все, ползем к маме. Красотка. Ну что, всех поздравляю вас с 8 марта, где мы пошли гулять. Так, мы пошли гулять. Сейчас все будем пинать и пойдем гулять. Ходит она, кстати, вот буду делать видео 11 месяцев жизни Софии. Ну вот за руку, сами видите, идеально ходит, все раскидывает. Такая она смешная. Так, показываю свысока, что неплохо причем ходит. Вот, буду с вами прощаться. Так, может упасть вот так вот. И уже когда будем пить чай, а еще она стала вставать с коленки на руки, ой, с коленок на ноги, когда опирается об диван и начинает около дивана ходить. Вот, так что ходунки — это зло. Хочу еще видео снять про ходунки, что они реально наносят ущерб. Вот если бы у меня будет второй ребенок, во-первых, я не дала бы ребенка никогда на ходунки поставить. И вообще по-другому бы вообще и питание бы, вот это как вводят прикорм, я бы все бы, вот как говорится, эти бы мозги бы, да, сейчас. Ну что делать, первый ребенок, учимся. Потому что с братом я уже все забыла, что было, что вообще я ничего не помню. Она может так вот по кругу ходить. Вот мы с ней круги наворачиваем. Надо все убирать тут. Вот. А это уже я. Так что будем потихонечку прощаться. Много наговорила, как обычно. София меня по кругу водит.
Так что не натворила бы, конечно, таких делов, как с Софией. Но что делать? Дело сделано, поэтому спасибо, что вы сегодня с нами были. Так давно я не снимала влоги. Я надеюсь, что мы выздоровеем на выходных. В пятницу сходим на прием. Я сниму еще в пятницу влог. Завтра, четверг, я не буду ничего снимать. В пятницу я сниму, как мы сходили в поликлинику. Я хочу снять вам там рисунки. Они нарисованы еще в детстве моем, с различных сказок на стенах. В общем, я туда, когда попадаю в поликлинику, я попадаю в свое детство. А вон красотка. И красотка. И... А, неудобно показывать. Вот, так что... Спасибо, что были с нами сегодня. И до пятницы тогда. И увидимся в следующих влогах. Еще раз поздравляю с 8 марта. Всего вам хорошего. И увидимся, девчонки. Пишите, как ваш прошел еще раз 8 марта, что подарили. Я еще, конечно, сниму тортик. Как мы, ну, покажу, как он выглядит хорошо. Это уже как бы будет. А сейчас, ну, сразу увидите. А сейчас просто уже хочу с вами попрощаться. В общем, хорошего вам праздника, хорошо вам спраздновать. Я надеюсь, что он хорошо у вас прошел. И спасибо, что вы нас смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пока-пока. И спасибо, что вы смотрите наши влоги. Нам правда очень приятно, что я вот смотрю, сколько просмотров, сколько лайков. Спасибо вам большое. И увидимся. Пока-пока. Вот наш тортик на 8 марта. Даже восьмерка. Что бы написали 8 марта? Слишком много надо писать. Слишком много писать. Интересно, какой он на вкус? Сметанный. А, сметанный. С персиком. С персиком? То ли с абрикосом, то ли с персиком. Вкусный. Так что еще раз всех с праздником, с 8 марта, а мы будем лакомиться. Чаёбничать. Да, чай пить и вкусный тортик кушать.